И снова приветствую всех, друзья, с вами Грейфокс, и я продолжаю играть в Cry of Fear. Так, я нахожусь в данный момент на той же самой станции метро, на которой закончилась предыдущая серия. И сейчас мы пойдем искать Ronald Street. Замечательно, это как раз, по-моему, был указатель на Ronald Street. Давайте пистолет возьмем. Указатель на Ronald Street был там, где ходили здоровенные вот эти чуваки. Ну, по крайней мере, один. О боже, чтоб тебя! Вот зараза. Сволочь, еще один. Да идите нафиг, сколько вас там. О боже. Пошел к черту. Да. Винтовочка-то мне пригодится. Ага. Гениально. Не тот экскалат. Чё, всё? Больше нет желающих? Престон Роад, да? А, нет. Роналд Роад. Опять же, господи. Ни черта не видать, ни черта не понятно на этой карте. Что? Нет больше монстров, да? Ну ладно, выходим. Что меня ожидает здесь? Туда нельзя. Престон Роад и Уаспид Гарденс. О боже, я туда не хочу идти. Там огромный Гулливер дохлый был. А здесь пока неизвестно. Что это за место такое? А я тебя вижу, чувак. О, да это он и есть. Здоровяк этот.
Так, что это у нас? Господи. Что у вас? Откуда он взялся? Сволочь. Это что у нас? Это рынка? О, замечательно. Просто прелестно. Так, ну что можно поменять на М-ку? Глок, может быть. Ноль восемь, 35, 321. Мне просто интересно, если я позвоню куда-нибудь, что-нибудь изменится? Ой, нет, не так. 08 35 321. Нет. 9 1 1. Нет. Я хотел посмотреть еще какие-нибудь универсальные номера, но хотеть не вредно, как говорится. Я так и не собрался этого сделать. Привет. О. Я попадаю по тебе? Или как? Попадаю, но ему пофигу. Абсолютно. Давайте так. Пистолет, ты, надеюсь... Да, останешься лежать здесь, не провалишься сквозь текстуры. Вот, а я сохранюсь. На последний. Допустим, так. Ну, блин. Что мне делать теперь? Как мне вернуться за предохранителем? Нужен еще один. Я не знаю, Саймон. Я вообще без понятия. Как тебе вернуться? Автобус вроде никак не обойти. Хотя... Почему никак не обойти? Там была дверь на Wasted Gardens. И, наверное, туда и надо идти. Вот сюда. Почему нет? Так, и быстро валим отсюда. Да ладно. Сволочь. Давайте я тогда попробую сейчас
вот на этом потренироваться, который здесь рядом был. Ты. Да, ты. А, да, его можно убить. Я жадный. Где мой глок? Садись просто. Вот так-то лучше. Выбрасываем. И у меня целая М-ка с полным магазином. Даже с запасной обоймой. Все замечательно. Плюс еще у меня есть... Так. У меня есть еще снайперская винтовка и дробовик. Так что еще повоюем. Давайте я даже ее возьму сейчас. Завалил Кинг-Конга. Ну, это уже не зомби-апокалипсис, это что-то такое странное тут происходит. О боже. О боже. Пошел. Черт. Блин, Саймон. Куда-нибудь убегай. Еще один. Собака. Сколько ж вас тут? Эй, может вы подеретесь? Чертовы великаны. Да ладно. О, нет.
Почему прикладом нельзя разбить? Ну что это такое? Ага. Патронов нет. Замечательно. Самый подходящий момент, конечно же. Где эта чертова дверь была? О, лопата. О, господи. Ладно. О, добегался. Вставай. Все-таки придется их всех завалить. Особого выбора мне просто не оставляют. Но тут есть лопата. Эй. А ты что такое? Так. Значит, я этого пока не буду убивать. Если что, вернусь еще, может быть, в это место, и тогда уже порешаю его. Пока что идем вот сюда. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. О, боже. Короче, правильно, я первый раз сделал. Надо ему всадить сперва со снайперской винтовки. Потом уже на М переключаться. Возможно, даже два патрона. На М-ку, ага, на М-ку. Я идиот. Да, идиот. Грей Фокс, идиот. Быстрый доступ я не поставил, ведь М-ку. Еще удивляюсь. И, кстати, на одиночный выстрел ее. Годзилла. Сдох, получил. Перезаряжайся.
Эй, эй, ты ку... Сволочи. Значит. Дробовик я пока выброшу, но возьму лопату. Тут где-то должны лежать клады. Вот. Эта локация. Это продолжение. Локации с парком. С тем самым парком, который находится напротив дома. С которого прыгнула наша психованная подруга Софи. Блин, смотрите, снег пошел. Я не замечал. Он только что пошел или уже давно? Не вижу ничего похожего на места зарытия клада. Нет, тут, похоже, ничего нету. А, нет, вот, нашел. Ну, если я... О, патроны для М-ки. Если я правильно помню и правильно понимаю, мы сейчас выйдем в тот парк обратно и сможем посмотреть на карту. Где чего было зарыто. А потом я походу вернусь так вот вокруг к станции и возьму там предохранитель. Потом опять вот так вот вокруг вернусь с этой стороны, да? Как вы все хитро-то придумали. Значит, карта. Да, там был закопан
только один клад. Вот здесь вот он лежал. Я его откопал и через эту дверь пришел сюда. От чертова ключа надо избавиться поскорее. Тут еще одна дверь есть. Возможно, я потом с той стороны буду обходить этот парк. О, господи. Тут у нас что-нибудь изменилось? Да, по сути, нифига там у нас тут не изменилось. Да. Даже труп Софи лежит на месте. Ладно, ладно. Но все-таки офигеть, какой крюк приходится делать. Так. Ой, чертова нарексичка. Тут заперто? Да ладно. Нет? Ну ладно. Этот ключ не подходит. О, черт! Господи. Зомби-полицейский с глоком. Все лучше и лучше, блин. Заезжай, идиот, Саймон. А, ну да, конечно. Может, из них выпадет что-нибудь более интересное, кроме глока. Патроны для М-ки. Патроны для снайперской винтовки. Было бы очень кстати. Черт возьми. Что это было? Что это было? Что это за Слендермен был? Вы что, хотите, чтобы я пожалел, что выбросил глок? Потому что мобильник с винтовкой брать нельзя. О, черт возьми. Вот это глюки.
У Саймона там тут синяк от этих уколов. Так, собственно. Блин, куда мне надо? И откуда я пришел? А, да, я пришел вот отсюда. Я пришел вот отсюда. Здесь был зомбарь, значит, что-то мне подсказывает, что надо идти сюда. Ох, что-то мне начинает напрягать эта игра. Столько бегать надо по непонятным, неизвестным местам. О боже. О не, я так не играю. Кстати, это не тот автобус, из окна которого я выглядывал в прошлый раз. Надеюсь, что нет, иначе здесь я встречусь с еще одним великаном. Патроны! Ёкарный бабай! Что делать теперь? Блин. Во все из-за того, что... Все, блин, я в шоке. Мне же надо еще куда-то положить. Мне же надо еще куда-то предохранитель положить. Ну блин, какого черта? И что? Что я могу здесь оставить? Блин. Как хреново-то все обернулось. Так, вторая дверь куда ведет? Она не открывается. Господи, теперь, если я захочу вернуться за лопатой, мне придется опять проделать весь этот чертов путь. Ага, не туда.
Да, парк. Там еще два предмета лежат за вот этой вот дверью. Но когда и как я туда смогу попасть, неизвестно. Так, значит, куда мы пока пойдем? Да, эта дверь заблокирована, значит, в другую дверь. Да. Значит, что там дальше у нас по плану? О, черт возьми, что за звуки, идите нафиг. У меня патронов нет, чтобы с вами воевать. А тут, может, еще не пострастнеешь, появится. Господи. Мне нужно избавиться от предохранителя в первую очередь. Потом у меня освободится слот в инвентаре, я пойду насобираю себе глоков, если они не исчезли, конечно. Может быть, даже можно вернуться, найти свой реминг там. Не знаю, не знаю. Охренеть. Аппарат, автомат, то есть с напитками. Кто-то по лестнице пытался спустить. Так, нужно найти еще один предохранитель. Где его искать, непонятно. Значит, куда мне пойти? Пойду проверю. Пойду проверю Глок, наверное. Тот автобус найду, чертов, которым я его выбросил. И заберу. Там три обоймы оставалось. Жалко. И по пути еще выпадали глоки из всяких там зомби-полицейских. Однако встает вопрос, а как туда, блин, пробраться? А, нет, все нормально. Вот это место. Вот он, мой глок. Там сволочь ходит. Ага. А эту сволочь я не могу подстрелить. Ладно.
Выходим тогда. Сюда. Тут будут вот эти утопленники хреновы. Нет? Они ушли? Черт возьми, это не совсем то, чего я хотел. Ладно. Испугался и взял винтовку вместо того, чтобы перезарядить пистолет. Увы, потратил последний винтовочный патрон. Ну вы посмотрите. Тут все хорошо. Да. 10 патронов для винтовки. А, нет, 5. Чуть я обрадовался. Оказывается, всего 5. Блин, как я мог не заметить эту дверь раньше? Да разбежишь ты. То ли ее не было, то ли я ее не заметил. Значит, что? Где я выбросил лопату? А пофиг. Где бы я ее не выбросил? У меня в инвентаре нет места по-прежнему, но опять пробежавшись этой дорогой, я могу собрать себе пистолетов. Раз. Где-то еще был. Два. По-моему, был еще один, но... А, да, еще один был. О, господи, аж на самой станции. Да. Игра затягивается. Я думал уже, может быть, даже сегодня ее смогу пройти, но нет. Мне приходится бегать кругами в поисках сам не знаю чего. Вот. Давайте, наверное, тогда на этом засейвимся. Ну,
например, вот сюда. На этом засейвимся, и все, хватит, пожалуй, пока для этой серии. И в следующий раз я хоть посмотрю, как мне добраться вообще до... Куда мне надо? Роналд Стрит. Надо будет найти какой-нибудь указатель и посмотреть, где эта улица находится и как туда добраться. Потому что я тут кругами бегать могу долго, но ничего не найти. Но первым делом схожу опять же на станцию, подберу там пистолет. И, в общем-то, все. И потом начну свой квест по поиску следующего предохранителя и улицы Роналд Стрит. Вот. Но этот мы переносим все на следующую серию. А на сегодня все. Всем удачи и пока, ребята. Я надеюсь, в будущем нас будет ждать еще очень много интересного.